Основная масса вечеров пройдет сегодня, 10 июня. Состоятся они преимущественно на базе школы дворцов культуры. В нынешнем году аттестаты об общем среднем образовании получат 794 мозырских выпускника. Это на 5 человек больше, чем в прошлом году. Причем 2016 год рекордно на медали. 41 выпускник получит аттестаты особого образца. В районе 39 золотых и 2 серебряных медалиста. Плюс 19 медалей в лицее. А учащихся, имеющих достижения учебной деятельности, наградят похвальными листами. Праздничные балы в Мозыре посетят представители местной власти, а также представитель Института развития образования. В дни проведения выпускных вечеров во всех школах будут организованы круглосуточное дежурство. Контролировать веселье молодежи призваны педагоги, родители, работники МЧС и милиции. Издано решение исполкома об ограничении продажи спиртных напитков в день проведения выпускных в торговых точках, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания.